Желание странствовать – это не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нету. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. Олег Куваев, «Дом для бродяг».Так, у нас опять был циклон. Вчера с вечера начался такой неимоверный ливень. Порывы ветра, наверное, до 30 метров в секунду. Ночью шел снег. В общем, это был такой себе апокалипсис. И вот на второй день, сегодня уже ближе к обеду время, затишье. Порывы бывают, но как бы ветер этот уже утих, хотя корабли стоят в рейде на море. И вышло солнце. Красота. Я думал, правда, тут снега по пояс насыпало, но, тем не менее, снег тает прямо на глазах. Его было немного, как оказалось. И мы сегодня посмотрим, как ведет себя река Бала, что в переводе «малыш». Ветер такими нахлыстами, порывами идет. И порывы довольно серьезные, метров до 25, наверное. Ну, здесь вот как бы за углом ветра почти не ощущается, но я думаю, сейчас мы выйдем ко вторым вратам, и там это будет. Какая все-таки красотища! Вот такой снег на вершинах на плато насыпало свеженького. Настолько светится, что впечатление, что это вообще облака сверху. Глаза не сразу уловят этот такой слепящий цвет белый. Такая холодная красота. Открывается панорама на вторые врата Учкоша. Флаки-кая, хисыр-кая. А внизу, кстати, река шумит. Я думал, она подзамерзла, но шум доносится такой не слабый сюда. Здесь под ногами снег не тает. Здесь температура намного ниже, нежели в начале путешествия. Вот так надо мной висят, на честном слове висят деревья, вот так вот корни в воздухе. С каждым десятком метров пейзаж, конечно, меняется. Но видно, как быстро тают снега, поскольку еще утром все было сплошным белым. А теперь вот прямо на глазах к обеду температура плюсовая. Так это были первые впечатления, пока зашел, что тепло. На самом деле довольно-таки прохладно здесь.
Вот руки мерзнут, уже ощущается. Ну а здесь реки что-то не слышно. Вообще не слышно. По всей вероятности, здесь она уходит под землю. Что-то здесь забирается в трубу. Вот, а что-то идет под камнями, и уже там ниже вода должна появиться. Вот подо мной журчит ручей Мастриз, довольно-таки разлился, снег тает. И у меня есть интересная фотография вот этого места в ущелье. Старинная фотография, или старая, я ее вставлю, покажу. Как-то раньше рассказывал, что так зачастую бывает, что идешь с одной целью, а потом появляется абсолютно другая, которая, ну, даже и близко рядом не валялась возле той, которая была изначально. Дошел до слияния ручья Мастрии с рекой Бала. Здесь река Бала пропадает в этом участке. Вход в долину ущелья. Вот здесь река пропадает, но зато появляется Мастриз. И вот я подумал, пока снега тает, действительно, возможно, они на той высоте, где находятся водопады, сейчас как раз и подтаивают. Поэтому мы не пойдем вниз по реке, мы пойдем вверх по ручью Мастриз. Мне кажется, что это будет намного интереснее. И если я ошибаюсь, бросите меня в меня камнем. Ну, короче, что-то так рассказал. Вот. Идем дальше, путешествуем вместе. Вот я иду сюда первым, следов человека здесь еще не было. Это вот я дошел до первых каскады, а водопады будут дальше. Все-таки чем выше, тем меньше воды, температура падает, и соответственно воды меньше. Вот, а дальше даже следов животных нету. Здесь хащи такие непролазные. Но местами приходится все-таки обходить по поверху, поскольку ручей разлился. А вот примулы, подснежники, которые из-под снега выходят, это нормально. А вот примула, это я вот вторую только в этом году вижу.